Мы в Париже. Куда мы идем первым делом? В кондитерскую. Почему каждый раз, когда я сулю, мы начинаем с еды? О, thank you. В Париже мы наберем за 3 дня 0,5 килограмма, успеем? Да, ага. Боже, какие вкусные печенья, боже мой. Путешествуя с Зулей, не поесть не получится. Мы берем печенье. Мне нравится так, с лимоном. Так, вот с лимоном. Вот эта печенька, она тебе в любви объясняет. Машка, ага. Я тебя люблю. Целлюлит на одном месте, она мне объясняется. Мне нравится. Это ж Монмартр. Почему все в леопардовых шубах? Человек нашел еду. Ё-моё, как он их аппетитно шпигует. Я хочу луковый суп. Короче, сегодня первый день в Париже, рассказываю. В силу того, что у меня было 4 перелета из Женевы, мы сегодня немножко подуставшие. Поэтому сегодня у нас такой легкий вечерний променад, ужин, ранний отбой, отдых. И уже завтра у нас будет супер насыщенный и сумасшедший день. Ё, фуникулёр. А ты знала? Конечно. Ах ты. Первый епископ лютеции Парижа, погибший мученической смертью, отсюда название. Это сейчас Зуля пытается мне рассказать, как мне нужно во влог дать историческую справку. Надеюсь, ты понимаешь, что ты все будешь рассказывать, а не я. Я думаю только про печенье и про то, что я вижу перед собой. Нет. Высота 130 метров. Монмартр – это богемный район Парижа. В том числе здесь находится улица Красных Фонарей, знаменитый Мулен Руж. Опа-на. В данном случае перед нами один из самых больших готических храмов Парижа. Выглядит просто потрясающе. Который находится на высоте. Отсюда открывается совершенно потрясающий вид на весь Париж. Здесь надо обязательно посмотреть, напитаться этой энергетикой, пойти вкусно покушать. Ой, что... моя любимая часть начинается. Мы вышли из базилики, и так интересно, что у подножия базилики стоят ларечки, где продают горячий суп в стаканах. Грибной, кстати. Прикольно, смотрите как. Кто-то хочет блинчики целый вечер. Клево. Так атмосферно. Берем. Конечно, берем. Это замерзли. Я вот это хочу. Я думала, это суп, это вино. Если бы сказать, что это суп, это бухлишка. Это сугрев. Сейчас холодно. Вы замерзли. Да. О, какая красотища. Женщина, вы что, блогер? Я связалась просто с блогерами, а это очень заразно, кстати. Как вирус, не лечится вообще. Мы пришли поужинать. Я уже изучила меню. Предлагаю взять говяжьи мозги под соусом грибиш и улиток. Говяжьи мозги, виноградные улитки и грибиш. Я точно хочу улиток. Ну что, традиционный луковый суп и улитки. Я никогда в жизни не пробовала улиток. Они сейчас выползут оттуда и укусят тебя. Мне прям даже как-то страшно немножко. Содержимое этой штуки. Что это за квест? Да возьми в руки. Это принципиально важно, научиться есть так, как вот. Так, это французская улитка. Типа неплохо, но осознание того, что это улитка, как и странно. По-русски сейчас. Давай, улитка вот. По-русски. Французская улитка в русском исполнении. Давай. Закрывай. Глаза закрой. Специфичненько. Я хлеба поем сегодня. Короче, с такой я себя разлетала. Второй. Мы поехали к Эйфелевой башне. Что у нас еще по плану? Лувр. Кофе с видом на Лувр. Лисейские поля. Какое твое первое впечатление о Париже? Это прекрасно. Хочется уже в какую-то прям такую точку, где будет много всего. Но пока просто хорошо. Сегодня солнышко. Все такое романтичное, прекрасное. Мы наели с утра печенье с Ули. Все клево. Все клево. Едем. Билет стоит 90 евро на метро. Метро совершенно безумное. Посмотрите, какая схема. Миллион транспортных средств, очень сложно. Так. О, боже! Вот она, вот она! Солнце светит, башня рядом, красота.
красота. Просто Париж безумный. Мы еще ничего не видели, но я уже влюблена в этот город. Сейчас мы идем на точку сбора. Будем подниматься наверх, купили ваучер, чтобы подняться на башню. Как вам такой вид кофейку попить? Класс? Мои блинчики вот на что вот эта женщина меня подталкивает? На блины с нутеллой. Да. 8 евро? Да-да. Грабеж. Ну, я что-то хочешь под эфиревой башней. Дорого. Это Володя. Володька, здорово. Вот как это выглядит. Thank you. Никаких thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Вот как вам вот такое? Это все только из Азули. Конечно. Я бы так этого не вали, стала. Вали все до меня. Вот это вкусно. Класс. Мы идем вот туда. Мы идем на Эйфелеву башню с группой. Билет стоит 25 евро. Говорят, все, сдавайте, карманы открывайте, телефоны доставайте, сейчас будет чек перед башней. Вот очередь, а вот очередь без очереди, за которую мы заплатили. Зули, я здесь. Мы сошли в лифт. Да. Вот это да. Красиво! Безумие! С ума сойти. Боже, как высоко, мама дорогая. Даже уже залазила. Боже мой, как высоко! Вау! 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 Какая же красота! На самом верху Эйфелевой башни можно выпить по бокальчику шампанского. Да, всего 18 евро бокал. 18 евро бокал? Сейчас мы это сделаем. Это глупо, не приехать на Эйфелеву башню и на самом верху не выпить бокал шампанского. Это были бы не мы, ребята. 13 евро. А нет. 17. Это классический бокал. Когда ты поднимаешься ночью, тебе дают светящихся бокалов, тогда такой будет стоить 22. Спасибо большое. Спасибо. Ведь Париж умереть. А увидеть Париж, выпить на Эйфелевой башне бокал шампанского, это вообще... А потом типа умереть? Нет, потом спуститься и продолжить. Красиво. Красота. Так как на спуск огромная очередь, мы решили пойти пешком. Да, заодно посмотрим, что такое, если мы так пешком. Ну, люди достаточно весело смеются, те, кто поднимается. Мы идем уже где-то минут 10, а лестница все не заканчивается. Мне уже так страшно, я боюсь лестницы, потому что однажды навернулась в метро зимой и кубарем катилась по, о боже, по эскалатору. Сейчас вот я иду и уже где-то на середине понимаю, что не могу идти. Зуля уже убежала вниз, а я терплю. Зачем мы это придумали? Никак мне не помочь, я иду. Друзья мои, путешествие – это прекрасно, потому что каждая поездка дарит нам возможность расширения своего кругозора и, безусловно, возможность новых знакомств. Я уверена, что каждый из вас хотел бы обладать суперспособностью для того, чтобы считывать нового человека, сразу понимать, что у него в голове, к какому типу личности он относится. Например... Трусливый, самовлюбленный и склонный к истерикам. Боится темноты, паучков и бабайку. Будет тайком снимать деньги с моей кредитной карточки и вырывать бальзам для губ. Сбежит к более состоятельной женщине, чтобы не тратить на меня свою молодость и красоту. Вы думаете, что это специальные очки? Это тренинг по системно-векторной психологии. Безусловно, каждый из нас хотел бы обладать такой суперспособностью, чтобы после первой встречи понимать, кто же находится перед вами. И уже после первых бесплатных онлайн-лекций по системно-векторной психологии Юрия Бурлана вы сможете четко определить, к какому психотипу относится человек, какой у него интеллектуальный уровень развития, либо, возможно, какой у него характер. На онлайн-тренингах по системно-векторной психологии люди получают консультацию абсолютно по разным сферам нашей жизнедеятельности. Это может быть отношения, возможно, какие-то проблемы со здоровьем, связанные с психосоматикой,
романтическими историями, консультации по вопросам дружбы, консультации на тему уверенности в себе и на тему взаимодействия с людьми в социуме. Уже после первых бесплатных онлайн-лекций Юлия Бурлана по системно-векторной психологии вы сможете точно определить психику, жизненный сценарий и тип интеллекта человека. На сайте у Юрия представлено более 20 тысяч результатов. Ссылку на регистрацию на первый бесплатный онлайн-тренинг по системно-векторной психологии я оставляю в описании этого ролика. Тренинг состоится уже 13 декабря. Поэтому не пропустите, регистрируйтесь и получайте новые знания и впечатления. А мы продолжаем смотреть мой влог из Парижа. Мы сели на автобус и поехали к Лувру. Единственное, о чем мы с Зулей вместе думали, хотя ехали в разных частях автобуса, о том, как бы поскорее сюда вернуться и в спокойном режиме посмотреть все. Потому что пока мы ехали, и вообще то, что ты наблюдаешь вокруг, это совершенное безумие. Настолько красиво, такая потрясающая архитектура. Нас еще встретила здесь просто волшебная осень. Катастрофически 2 дней в Париже. Не то, что недостаточно, это просто ноль. Очень много любви. Да. Ты что, блогер? Минус камера? Что-то красненьким горит здесь. Вот хрена все ходят здесь в таких же леопардовых шубах, как у меня. Идем в Лувр, неужели? Наконец-то, ура! Не столько я ждала Эйфелеву башню, сколько почему-то я жду вот этот стеклянный треугольник. Пирамида называется. Пирамида. Треугольник! Мне 23, стеклянный треугольник. Боже мой, ну это вообще законно, боже, ну почему ты красивая, мамочка? Это просто какой-то трындец, ребята. Треугольник! Мы нашли треугольник, стеклянный треугольник. Я не могу спокойно снимать этот влог, я не могу спокойно снимать сторис в Инстаграм. Треугольник впереди, ребята. Итак, выходим свидать святых. Лувр. Сколько стоит билет в Лувр? 17 евро плюс бронь 3 евро. 20 евро. 20 евро входной билет в Лувр. Не так уж много для Лувра. Мы внутри пирамиды. И вот знаете, я всю жизнь в фильмах смотрела на эту пирамиду, а теперь я внутри пирамиды. Клёво так. Итак, мы в Лувре. Естественно, у нас очень мало времени, чтобы выйти весь Лувр. И мы сразу же первым делом отправляемся в Джоконде. Леонардо да Винчи. Да, тот самый Джоконда. Народу тьма, но организация на уровне в Лувре, безусловно. А какой красивый внутренний двор. Европейцы просто сидят вот так, тусуются на полу, потому что я думаю, что чтобы обойти Лувр, нужно потратить очень-очень много времени. Ищем ее, вот эту подругу. Когда ты очень быстро бежишь по Лувру, ориентир на супер топовое произведение искусства – это толпа китайцев. Если ты толпа китайцев, значит в зале абсолютно что-то стоящее. Например, Венера. После 20 минут кругов по Лувру мы нашли цветный указатель. О, мама мия! Совершенное безумие. Короче, в Лувр надо возвращаться, это на недельку, чтобы все обойти и у каждой картины задержаться, постоять, потому что масштабы просто совершенно невообразимые. Идем к Джоконде. Судя по толпе впереди, наверное, ему близко. Ой, это же тоже безумно известная картина. Мы нашли Джоконду! Джоконду и еще 3000 туристов в одном месте. Вот она! Отдельный вход для того, чтобы подойти к картине, потому что народу слишком много. Огромное количество людей, желающих сделать фотографию Джоконды. Да, одна из последних работ Леонардо да Винчи. Короче, даже несмотря на то, что у нас была суперэкспресс-пробежка, можно сказать, по Лувру, мы успели устать. Сейчас мы идем в Нотр-Дам-де-Пари, потом на ужин, и вечером еще у нас променад перед сном. Смотрите, где сижу. Зуля меня фоткает. Чтобы видеть то, что делает Зуля, надо подписаться на Инстаграм. Там будут фотки, которые она делает. Там я. И Зуля на танцуле. Чисто мой друган, у меня вот такая же отметина есть на этой же булке. Здоровый образ жизни греки вели. Ага, бедняжка. Ставим его. Красиво. Нотр-Дам де Пари. Статуи, ниши.
все святые. И вот наша следующая остановка. Елисейские поля. Мы приехали гулять на Елисейские поля. Там называется «Как за один день сделать максимум». Это мы умеем. Подожди, я думала, Елисейские поля – это прям поле. Нет, Елисейские поля – это проспект. Разочарование номер один. Я думала, типа, это поле, просто газон, мы сейчас будем лежать на траве. На самом деле, это проспект. Один из самых фешенебельных проспектов Парижа. Мне 23, у Лувра треугольник, а на Елисейских полях надо на траве полежать. Здрасте, Машка Соколова. Блин. В скольких странах я была и видела жареные каштаны, ни разу не пробовала. Но я же Зуля и припец. 5 евро жареные каштаны. Ё-моё, в Стамбуле они стоили 10 рублей. Thank you, merci. Merci, beaucoup. Это тебе не улитки, они вкусные. Махнёмся БЖУ каштанов, знаешь, как? Ой, слушай, по поводу БЖУ, это надо обращаться к блогерам, которые занимаются спортом. Это не про меня. После того, как я познакомилась с этой женщиной, заметьте. Все, ешь давай, кусай. Это вкусно. Это правда вкусно. Кашана – это хорошо. Пошли. Лички нет, кашана. Травы на Елисейских полях нет, но кашана есть. Мы пришли в Харке. Задача сейчас подняться наверх, потому что якобы сверху открывается потрясающий вид на Париж, на Эйфелеву башню. Выглядит замечательно. Вот и Триумфальная арка, пожалуйста. Так, покупаем билет на Триумфальную арку. Билет на балет 12 евро. Зуль, тут нет лифта. Нам придется пешком. Франсуа. Жаль, что у меня сегодня нет часов, на которых я могу посмотреть, сколько шагов мы протопали, потому что мы прошли тупо пол Парижа. У нас остался последний лестничный прилет. Это нифига не просто, ребят. Конец вечера. Это не самое простое испытание. Но мы пришли. Все, Зульчик. Там еще ступени. Нет. Ну, мы вот здесь. А нам надо вот сюда. Ты жрала булки, сволочь? Теперь плати по счетам. Так, миниатюра. Ты считаешь, что на террасе должны вино наливать? Ты такой подъем. Что ж такое? Ты, господи, ты, боже мой. Мы не сдаемся. За каждым поворотом еще ступеньки. Да. Мы дошли. Самый ответственный момент я обожаю, когда ты ходишь на смотровой площадке. Слушай, мне эффект вау. Смотри, какая башня. Да. Вот то, ради чего мы шли. Отсюда видно башенку. Еще вечером она подсвечена. Очень красиво. Смотрите, какая красота. Этого стоило подниматься обязательно на Триумфальную арку, но перед этим лучше плотно поесть, потому что это не просто. Тогда я еще не поднимусь. Очень красиво, очень красиво. Что, ребятки, в завершение моего, можно сказать, первого дня в Париже, по большому счету, путешествие было, можно сказать, одним днем, потому что вчера мы прилетели, а завтра уже улетать домой, то есть у нас был один, грубо говоря, полноценный день. В завершение этого дня я хочу вам сказать, что жить так здорово. Это так круто, когда ты понимаешь, что абсолютно все в этой жизни в твоих руках. Нужно просто прилагать усилия, нужно просто работать, нужно просто мечтать, нужно благодарить, я не знаю, там, Бога, Вселенную, кого угодно, за то, что у вас есть, быть благодарным. И в таком случае все обязательно окупится, все обязательно реализуется, и все цели будут достижимы. Любите, творите, мечтайте, добивайтесь целей, путешествуйте. А еще ставьте лайки на влоги Машки. Подписывайтесь на канал. Я хочу вам сказать такое огромное спасибо за то, что вы есть моя аудитория, потому что если бы не было аудитории, не было бы влогов, и не было бы этих замечательных моментов, которыми я могла с вами поделиться, и которые я бы сама для себя сохранила на всю жизнь. Спасибо вам. Такое откровение с Триумфальной арки для моих подписчиков. Красивые французы рядом снимают тут влоги.